сетевой этикет – это умение общаться в интернете так, чтобы собеседники понимали друг друга. Мы часто пытаемся донести до оппонента свою точку зрения. Например, высказать личное мнение по поводу очередной новости. Порой с нами не соглашаются. И тогда в интернете начинается очередной эмоциональный спор. А вот если оба собеседника знают правила сетевого этикета, то они вступают в дискуссию. Это спокойный и уважительный разговор, в котором возможен и компромисс, и поиск решений. Но неужели так сложно быть вежливыми и внимательными? Но большинство людей не умеет вести дискуссию. Ведь даже при личном общении нам тяжело понимать собеседника, представлять себя на его месте, правильно аргументировать свою позицию. Тем более, что в интернете часто общаются лично незнакомые люди, имеющие разный жизненный опыт. Попробуй объяснить далекому от исторической науки человеку, что в последнем сериале опять неправильно показали декабристов. Неужели он не интересуется историей родной страны? Или вообще неразборчив и готов смотреть все подряд? Да как он может? Увы, иногда эмоции перевешивают, и оппоненты начинают переходить на личности. Умеете ли вы сдерживать эмоции в сетевых баталиях? Вы склонны рваться в бой и убеждать оппонента? Или уходите от дискуссии, где повысился эмоциональный градус?